Эй, здорово, растеры. Короче, дело здесь такое. Не получится у нас снять в этом месяце 56-го сезона, так как 7-го числа только будет Global Vibe на всех серверах. И, значит, там завезут обнову, еще непонятно, что там будет. Вроде какие-то бандитские города, там что-то еще. Ну ладно, не суть. Смотрите, 8-го числа нам уже надо снимать сезон. Но 8 числа день рождения у моей дочери, поэтому у меня нету возможности садиться, как бы, снимать сезон. Далее, у нас будет 3 дня свободных. За этих 3 дня я не успею, опять-таки, снять сезон, так как 13 числа ко мне уже приезжает Адекват и Рекордс, и мы отправляемся далеко и надолго за город. Мы там будем для вас пилить влоги, то есть там, ну, что-то еще, как бы, а так общаться, отдыхать и все такие дела. Ну, сами понимаете, как это было в прошлом году с Оливером и давным-давно с Адекватом, когда он приезжал один. Так что, вы скажете там, типа, да, надо бы тогда снимать после 20 числа. А смысл снимать нам после 20 числа? Если это уже середина месяца, да, мы снимаем сезон, а настает июль месяц, да, выходит новая обнова, а я вам буду в видосах показывать обнову июньскую. То есть это вас не устроит, начнется там галдеж, это старые видосы, там тыры-пыры и так далее. Я думаю, что, ну, не получится у нас так, поэтому, да и на самом-то деле, я тебе так скажу. Ну, за сколько там, 3 года, 4 год уже пошел я, хз, сколько там моему каналу, надо отдохнуть, понимаешь? Ну, уже все, уже надо набраться новых сил, там, может быть, что-то там мне, знаешь, муза меня посетит, и я там смогу что-то новенькое придумать в этом растецком, ну, вот, или как-то по-другому его редактировать. Короче, суть ты понял, Раста в июне месяце не жди, его не будет. Возможно, будут стримы по Расту, но это, ну, знаешь, 0,1% все-таки. Вот, а так стримы у нас остаются по другим играм, там какие-то синглы, что-то еще, но это будет абсолютно рандомно. Короче, одним словом, на месяц я беру отпуск. Вот, пора уже и отдохнуть, ребята. Именно провести время со своей семьей. Но ты это, не грусти, другого кого-нибудь посмотри. Всякого контента по Расту просто выше крыши, на любой вкус. Вот, а так, все, я тебе все сказал, предупредил, лайкос поставь под это видео, продвигаем канал дальше, не забывай, это важно. И что ж, кстати говоря, хочу сказать тем, кто сейчас же, типа, экзамены подготовки, кто-то сдает уже экзамены, верно? Поэтому, дружище, или подруга, ну чего ты, я про себя тоже не забуду. Удачи вам, ребята, в сдаче экзаменов, чтобы все было просто, у вас одни пятерки, зачеты и никакой там коррупции. Знаешь, что типа, я, ну, дай мне денег, вот, а я тебе поставлю зачет, чтобы вы сами все сдали и все было с первого раза, без всяких пересдач. Все, ребята, всем удачи и приятного просмотра. Так, кручу рулетку снова. Давай, армированную дверь выбивай уже. Двойная армированная. Нормально. На губах ездит один чувак, вот это вообще великолепие. Это вообще какое-то, это жесть какая-то. Это гейское порно байкеров. Не, он, короче, его схватил типа за волосы и тянет его голову назад, это как понять? Это что за садомаза? Это он его доминирует, все нормально. У них братья. Чувак с гранатами сидит. Да-да, на пальме вообще топ. Один с одной руки долбит с граника, что? Или это у него щит? Мы до сих пор не можем разгадать загадку, что это, потому что не это можем. Граник. А он... Это граник, потому что здесь дым идет желтый такой. Похож это на говняху. Граник. Это большая говняха просто. Ой, блядь, с своим говном, у вас все связано с говном. Нет, ужас. Просто как он ствол держит граник одновременно, значит это ну, не граник. Бля, это он себя изобразил, что он Рэмбо. ЧСВшник. О, я читы подключил, отлично. Заработали, наконец-то обновились на 5-й день. Все, антирейд-система готова, печки. Хер зарейдит. А что здесь написано, кстати говоря? Где? Assets, prefabs, building core, wall metal, prefab. Фаб-фаб. Фафапы на привол. О, тихо-тихо. Что, можно тут что? Рейд. Рейд, PvP, конец сезона, лол.
Конец сезона 2, кстати. Я не поскромничала с концом сезона. Я люблю конец сезона. Все, конец сезона. Рейд и конец сезона, да? Значит, они мира больше не хотят, да? Думаю, нет. Ну да, они что-то какие-то вообще наглые стали. Начали по лодкам нашим стрелять. До этого, не, ребята, все нормально, все хорошо. А вот теперь будет все хорошо. Никому нельзя верить. Да ну, это нахер все, да. Вот это пощады обоссанные. Все, отныне, если кто-то кого-то щадит, это днище. Да, они как раз вот с железкой справа, вот железная стена, там шкаф. Находится шкаф. Даже добежать не успел. Ага. Не стреляют. В смысле, с трех ракет. Может, задамажено было? Или гнить начало? Нет, была целая, там ползала. Так, здесь пусто. Печки железа. Они вышли? Они что за херня? Вот он лежит. Кто ничего не открывает? В наших шмотках спит, зараза. Да, лежит чувак. А и так обрадовались, что ли, были? Шкаф с собой, да? Да. Минус шкаф. Билда, оно не заблокировано? Не, билдинг блокит. В смысле? У них соседнее здание практически упор. Может, оттуда бить. Так, дерево. Уголь сера. Немножко сера. Уголь хорошо. Дерево, уголь еще много. Ну и похеру, если их нету, тогда давайте отнесем лут. И будем дальше рейдить. Че, я тут остаюсь? Ну, если хочешь, останься, да. Да вас слышно, вы шлёпаете. Ой, ёпт. Напугал. Так, и сколько у него хп остается? 160. Лутовая. Так, и причем огромная лутовая. Заряжаю обычные. Так, арбалеты, водолазные костюмы, ловушки, одежда, херовая туча, опять водолазные костюмы, гондоны, патроны, броня. Две сочели. 1500 так. Пороха. Томпсон. О, нормальные стволы. О, разрывные патроны еще. Шприцов очень много. Два тела, соседний дом. Но они, по-моему, с арбалетом. Хороший дробовик. О, броня. Фулл броня. Да, вот две сочели как раз. Короче, давайте важное забираем. Пороха 1400. Наготовники на переработку надо забрать. Так, патроны забираю. МП-5. Она у меня была. Отношу лут, ребят. А как шкаф поставить? Никак, будем пробиваться. Я не знаю, там... Бляха, видишь, у них дом какой-то вообще непонятный. Это лутовая, а что дальше? Чё там, Мэтт? Ну, я говорю, это, либо на заднюю дверь, чтобы вскрыть саму эту лодочную, либо вскрыть шкаф. Так, где? Вот у них дверь, под ней деревянный фундамент. Вот это их лодочная. А шкаф, я так понимаю, это вот это вот пристаканное говно. Вот, вот это, да? Ну вот а это что шкаф. Это может быть ещё? Взрываем его тогда, чё? Наверное. Я просто не вижу ни одной причины строить это, если это не шкаф. Угу. Полубич. Так, что там? Да, шкаф. На замке. Не огнемет есть. Не-не. Фейерверк. У меня свой огнемет. О, фейерверк. Все, минус шкаф. Бегу за шкафом. Там поставишь, да? Да-да-да. Так, здесь дерево было и металл. Ты можешь, в принципе, сюда и поставить, Ир. Угу, иду. Чё, лодочную, наверное, не имеет смысла, да? Так, какую лодочную ну, именно? Ну вот эту, где я на крыше. А, да, наверное, я не знаю. Они настолько странные, что у них лут может быть везде, на самом деле. Вон еще два ящика маленьких за эти параметрины. Ах ты ж, бля, ты не авторизовался. Слушай, а сколько говяных сих надо на этот... На фундамент, на деревянный? Без понятия. Блин. Тут просто, мне кажется, если деревяшку взорвать, может это получится просочиться туда.
Все готово. Что там? Вот эта дверь нужна? Ага. Во, давай, это давай. Это как раз туда, куда ты хотел дальше. Так, здесь у нас гаражка. О, еще раз киянка снимайте. Киянка на крыше. Еда, ящик, в нем орехи. И стол изучения. Ну, получается, да, вот она, эта гаражка, которая, которую я хотел взрывать. Она привела бы сюда. Зато на халяву прочекали. Угу. За тебя. Угу. Так, я на крышу полезу. Эть. Оп. Чпоньк. Пустой. Так, ну мясо я забираю, тут оно жареное, типа. Но орехи нам не надо. Вода у нас вроде и так есть. Вот там сзади высокий фундамент. Мне интересно, получится ли под него проплыть, если это... Нет, под него не проплывешь. Ух ты ж, ё-моё, задыхаюсь. Что-то мало дыхания стало нынче. Не, слушай, Мэтт, я думаю, если мы его разобьем, он как-то стоя, знаешь, там же не присесть. Угу. Мне кажется, мы не подплывем. Тогда я, если из двух. Да похеру, бичи-то есть. Давай, можно бичами зарадить через двери. Давай двойную. Там я тебе пристройку сделала, с чего кидать. Давай. Если что, я буду падать, поджигать. Все. Поджигать. Всплыла. Угу. Чё, ты всплыла, что ли? Да. Лол. Чё? Ты ешь балки. И здесь у нас штанцы, семена, фермы. В бардачке пусто, лодка. Чё там? Да, этот бомж. Короче, нихера реально нет. А что, в лодке есть топливо, интересно? Да, есть, слушай. 44. Заберу ее тогда. Нам лишний все равно не будет. Так, это я бичу. Ну все, всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вот и все, ребят, на сегодня мы заканчиваем, вот, и разделили лут пополам между основным домом и нашей рыбалкой. Вот мы здесь, как бы, я все принес, как бы, до хера всего такого вкусного и интересного. И все, надо ложиться спать. Отыграли мы более 12 часов, поэтому всем спать. Всем доброго утра или вечера, я не знаю, когда ты смотришь это видео. Итак, ребят, нас не зарейдили, и это очень странно, как минимум, потому что нас искал клан, который мы заантирейдили, башню когда взрывали. Black Mamba, там еще такой персонаж присутствует, который помогал тому чуваку на берегу, который рейд удачи был. И не знаю, что-то он там обозленный был, там все дела... Ну вот, как бы, я тут хожу с калашом, все хорошо, печки кочегарят, вот, да, жизнь налаживается. Я ожидал, что они пойдут сегодня нас рейдить, ну, в ночь, пока нас нету, но ничего не произошло. Это, конечно, хорошо, но с другой стороны, странно. Там у пацана была какая-то прям ярость такая, жесткая, но, тем не менее, он, не знаю, может, подобосрался вместе со своим кланом, я хз. Ну вот, но, тем не менее, ладно. Надо начинать новый день.
Так, ухо почесало мне. О, одинарная армированная дверь. Заебись. Наконец-то. Да. Теперь есть куда Хайку альтидеть. Там тело спит, кстати говоря. Сюрприз, мазерфакер. На в голову. Это тихая смерть. О, сера, забирай. И у него сера, и ключ даже есть. Ёпа, может, мать. От этой двери? А может быть, слышь? Ну-ка. О, вот это да, я прошел насквозь. Пока, я в домике. Заебись. Какого хуя, блядь? Так. Ну да где топ-контент-то, ё-моё? Перестали, да. Подожди, вот здесь вот дверь железная, бляха фризит. А раз его активировали, значит здесь кто-то да, есть. Да, есть кто-то. Чё, он вырывается опять? А, вот вижу. Налево идет. Открываю. О. Скопа, гранатомет, один зажигательный патрон. Итак, ребят, мы с Добрыней возвращаемся, у нас все засейвлено, вот он с гранатометом, все дела. И у меня полный инвентарь серы. Мы, значит, с Добрыней залутали полностью вот эти вот острова, пустыню. Здесь лутали адекват и Ира, потом мы залутали с Добрыней все вот здесь, перешли вот сюда. И вот сейчас возвращаемся домой, вот здесь вот только парочку нашли сульфурных, и вот мы практически уже у дома. Так что вот, ребята, до хера серы принесли. Мэтт, я принимай. Слышу. Я уже слышу конский топот. Конский вот топот. Тыдык-тыдык, тыдык-тыдык. Печку несите. Нет, нет, ну это ж не так эпично, Мэтт. Хорошо. Ну это же не так эпично. Ну не так же эпично. А вот так эпично? Да, Добрыня со своими однёрками. А? Пойдет, Мэтт? Не влазит. Мы сделяли. Мы залутать. Моя охреневать. Куда совать? Ты рифмуешь. Мм, психи нету, разрывные патроны 8. Калаш. Есть. Пойдет. Дрозд чуть не работает. Что дрозд не работает? Все не работает. Винт. Ну я же его просто в консоль прописываю, он автоматически печатается. Ну, сколько у нас ставится, это, да? Псих получилось, да, в итоге? 15. Отлично. Не, вообще ничего не происходит. Не зря потело. Все, там уже одна печка только сульфур стоит. Mm-hmm. Все раздеребанило. Не знаю. А топливо взяли на лодку? Ой, ну там есть. Просто надо две лодки. Вчера утром ее не было. Ты слишком долго плавал. Че, давайте вот тут вот. Да, и спать. Вытряхиваем. Да, я сейчас в кусты кину. Вот эта сторона, у него печки стоят. С той стороны у него вход. Я не понимаю, что у него, где, какое. Сейчас вот здание железное, и там этот тупо крыша центровина. А где залезть ты нашел? На территорию? А, хуйня. А тут негде залезть. А вот там вот можно. Дрозд, вот дай сберет, да, фонарик. Налево. А тут шипы, ты как тут полезешь-то? Вот, с этой стороны, вот, с собой. Где тут, блядь, на печке нет шипов? С задней стороны забей. Как забить, блядь, если мы уже сюда прибежали? Ой. Там поцарапался. Блядь, где и тут, лист? Блядь? Нормально? За херово. Ребят, ну здесь, тут, короче, тут ролик будет там отрывать, готовьтесь, потому что здесь... Да. Вот это оно оторвало. Дрозд, ну давай, уже двигайся. Там под тобой просто стенка. Да потолок, там стенка. У-у-у. Да, ползи. Пойдет. Я говорил. Садамаза. О, слева можно просто пройти. Ребят, смотрите, что я сделал. По диагонали можно пройти, ребят. Нормально. Ё-моё, а домик-то у него не херовый. А в смысле он гниет, алё? Так они сюда, видно, на территорию-то не лазят. Да тихо! Кто это? Рекордс! Да где? А где это? По диагонали прям. Слева к шипам, иди.
Ты что творишь-то? Взял, выгнал рекордса. Сбросил его. Блядь. Так, ребята, а в смысле он гниет? А я не знал. Вдоль шагов. Ребята, а в смысле печки вон там сгнившие? Вы куда меня привели? Рейди дом. А, вот это не, мы не видели. Печки, может, и стояли, кстати. Может, так их поставил. Ну да, крава. А вот вопрос только, где лут? Вот в этом нет, доме или в соседнем? Нет, сгнило у него. Это а Добрыня. Это я. Попросил, ребята, надо что-то эпичное зарейдить. Привезли, блядь, все гнилое. Да мы не были же. Ты тоже подожди. Добрыня, ты там нормально? Нормально, сейчас Так что из них есть основной дом? Это полностью железный. Я думаю, у них два дома. Бля, логично. Смотрит на два дома. Я думаю, у них два дома. Сука. Ебать, это Кличко просто, блядь, сейчас был. Я думаю, у них два дома. Но я думаю, раз тот более укрепленный стоят армированные двери, то, скорее всего, основной правый дом. Сказал просто более емко. Кличко, нас он спалили просто, уже. На самом деле, он гений. Вы просто не понимаете всего. Чё, может, уже достаточно светло, чтобы лупануть ракетами в этот квадрат? Так а чё, ребят, может, реально взорвём ему железный потолок сверху? Пометила. Ну, где крыш нету, ну это... Да. 8 ракет. Ну, да. Не, не 8, меньше, там 600 хп 6, осталось. Ну, иди да. сюда, адекват. На крышу. У вас опасно там стреляет. Я граник скинул. Все. Минус. Полоски. Рассвет. Оооо, блядь. Йо. Зря мы по крышам пошли, зря. Не зря, нормально. Нихера не нормально. 8 ракет надо. Так а чё? А там армор двери проходить. Ну, давай тоже, долбить да. дальше. Давай вот в этот угол. Вот зря я смотрела просто. Так, минус соседние квадрат, ой, треугольники. Подожди, ага. Стой! Чё-то поломалось. Оно сгнило! Оно сгнило, лол! Армор. О, двери. Армор. И армор двери. Лестница. Мы правильно ударили. Да-да-да. Огонь. Сихи, там сихи. Давай использовать. Да-да-да. Ну давай, не зря я их столько делал. Реально армированный потолок, что? Так, накидываю. Раз. Два. Это настоящий бункер. Обалдеть. Лутовая. Лутовая, много лутовая. Мешочек валяется. Очень огромная лутовая. И она пустая. Пусто, пусто. Пусто, пусто. Пусто, да ёта мать, пусто, пусто. Блять, везде пусто, ребят. Слушай, мне... И шкаф стоит. А шкаф чё? Давай шкаф хоть разобьем, вдруг там чё есть. Может, чё, есть чем? А патроны разрывные не брали разве? Я брал, ладно, давай имя. Ну это, ребят, ну это явно он выкинул лут. Нам просто пристроиться туда обратно. Кто по мне стреляет? Минус. Там чувак стреляет с глушака. А все равно билдинг блокит. Так может его и зарейдить? А что там? Стреляет. Да и шатать его. Погружаемся. А есть у кого-нибудь кловсы? Нет, но у меня есть спальник, да. Бля, надо было подобрать тот спальник. Да, я свой подобрала, Бонни отдала. Я молодец. Я свой подобрал. А мотор? А я свой нет. А я забыл. Чё, с ворот а я мат. Жгём? Дай. Адекват, сколько ты здесь видишь домов? Раз, два... Два... Опять два? Да. Кстати, раз, а этого раз, дома раз. Не было, помнишь, когда мы здесь файтились? Ну, это было давно, если чё. Как ты, блядь, давно, блядь.
Вон там бежало двое. Кто гниет? Этот дом. Где? Что именно гниет? Возможно, дерево или что? С чего ты взял? Камень целый. А, что это за хуйня? Солома целая, значит. Железо тоже. Ой. У-у-у. Да, я говорю, у него тут система. Вот это окно клевое вообще. Да я думаю, снизу надо, нет? Не, это не сгнило, это у него так сделано. А что с окном-то? О, нормально, привет. Двери, железо, первый этаж. Изи. Дерево какое-то, ё-моё. Не, ну дом кривой. По первому пойдем? Бля, это какая-то жесть. Я не знаю, зачем через первый этаж тут? Хотя... Да у него двери говна. Давай, так вас стреляй. Я разрывные зарядил. Лево. О. Нормально. Не, так, справа пищи. Это... Явно дурачок строил. Одни перевернутые проемы. Ну да. Это о, опять. Да. Опять тут всякие свастики. Адекват, давай сюда. Одну. Подождите-ка. А билда чё? Есть? Да. А чё надо? Потому что вроде вращать диск-то... Может только... Нет, вращать может кто угодно. Можно дать доступ всем. А, все, во втором увидел это. Ну так, адекват, давай, сможешь подолбать? Я кого-то убил. Пиздец. Так а чё ты обе не дамажил? Не дамажилось. Вот, так, вот он. Да. Одежда. Металл, металл. В нем что? Сера 700. Так, да, здесь что? У Яйвинге. Уголь с костров плавательная. Воруйте. Металлор, уголь. Скрепа. Деревянная дверь. За железом, на, возможно, она шкаф. Она направо печка, да, это, за сосули. Торчит через стену, видишь? Вот тут у него печка. Только ее не залутать. Где? А, вижу. Вот. Только вот там зайди, мы, ё-моё. А, вы открыты. Да я умненькая, да. По-моему, адекват, надо вот это вскрывать. В сторону. Там же контрэпа, нет? Шкаф. Там шкаф. Шкафу сера, дерево, ну, короче, херота. Деревянная дверь, она куда? Наверх. Ну-ка, подожди. Ух. Все, я ухнул. На гондоннике под лестницей заберите на переработку. Зачем? На МВК. Мы его потратили. Завтра вайп уже. Ну, завтра вайп. Так нет, а вроде карту уже не вайпают. В смысле, а ой, не вайпают. Как раз таки. Я что-то вообще все, да. Все-таки на своих домах. Все будет хорошо. Давай, Рекрас, бери разгон. Я сейчас закрою ее. Давай, Рекрас, давай! Ну! Ни хера его всосало, блядь. Закрой, сейчас вывалится. Не, нормально. Ты застегни. Блядь, ее задрало. Уголь. Помповик сломанный. Уголь надо. Ничего не знаю. Где там корова мучает? Это твой бывший? Ты его привязал? Ой, блядь. И шарик красный вставил, блядь. О, боже, боже. Вот это палево, друзья.
Да блин, уже подыхает, блядь. Бля, меня подожили. Опа, идем. На скале. Он каленый вообще. Сейчас запрыгну. Все нормально, я вокруг пострелял, блядь. Вы это видели, блядь, просто по контуру, блядь. А я не понял, короче, ебало выглядывает, и мы смотрим на друг друга, блядь. Он по мне начал уже стрелять, и я ему в ответ. Ой. Так он у него такая же броня, как у нас. Ну, рожа другая. Ну, рожа, да, чуть-чуть. Утюгом. Не, уже все, он сгнивший, все уже друг друга перерейдили. Остались только мы. Ну, даже большие базы уже все. Все, люди уже по-любому закончили играть и выкинули. Удалили нахуй. Что может чем закончится у нас? Да, мы можем найти большую базу, да, и действительно лут будет. Выброшен. Было не в игре, это было гораздо интереснее. Вот, судя, вот этот звук от Эмбера мне сейчас очень понравился. С тобой все хорошо? Ты крабика косплеишь? Я крабик. Что ж, ребят, на этом 55-й сезон мы заканчиваем, так как на сервере уже не осталось людей, все друг друга перерейдили, завтра будет вайп. Не успели мы маленько, долго, я все-таки считаю, мы искали первую сиху бобову, чтобы уже начать нормально рейдить, поэтому, ну, мы потеряли где-то примерно дня два, да, ребят? Где-то так. Ну, где-то да, так. Где-то два дня мы искали эту сиху, и поэтому рейдить не могли ходить. Вот, по поводу сервака, я не знаю, тут и крабиками ходили, и фризило, и фризит до сих пор, и турели сейчас неадекватно ведут, у нас вон стреляют по своим же, когда он авторизован. Что успели, то успели, как бы, на этом мы, как бы, и заканчиваем сезон, потому что мы вот сходили сейчас, зарейзили хату, нормальная база, там, армированный бункер, внутри ничего не было, то есть лут уже хозяевами выкинут, и смысла нет идти на какую-то огромную базу очередную. Ну вот, есть одна база, но там такие лаги, что там невозможно даже пвпшиться. Так что все, кстати говоря, Эмбер, что скажешь? Вот ты провел с нами первый сезон. Каковы у тебя впечатления? Уже хотят. Не дай бог ты что-то не то скажешь, тебя добры не пристрелит. Давай. Ну, поначалу было как-то необычно, потом вроде как вписался, и сейчас комфортно себя чувствую. Ну, а вообще, я имею в виду, вписался-то, ладно, вписался. А сезон как? Как тебе запотевание? Отлично. Ну да, приходится фармить, стрелять, убивать, играть по 12 часов, но привык уже как. Угу. Вот, ну ты сам, по крайней мере, ты увидел полноценный сезон без вырезок. Что ты насчет этого скажешь? Да, скажу ребятам, что отличается колоссально все от серии и много вырезано, так что вы видите только самые сливки того, что происходит, а труд такой, который фарм там и остальное, много вырезано, короче. Все? Ну да. Продолжай. Я сел, блядь. Запись идет. Ну надо 300 файлов-то набрать, алё. Каждый по истории расскажет. История, Мэтт. Да, сядем напротив на стульчиках, будем... А, кстати говоря, точно адекват, ты же мне напомнил. Мэтт, вот ты вернулась Симу. Каково тебе быть в Расте снова? Ненавижу эту игру. Все? Я запикаю, если что, можешь говорить. Я рада тому, что меньше стало петухов, которые уходят под карту, типа... Аимщиков меньше, ну, по крайней мере, по моим ощущениям. Стало реально... чуточку попроще, но в плане лагов, багов и прочей хрени, я не знаю, чем разработчики занимаются, это все такая же дичь. Так что, да. Пот, боль. Скинчики. Худеем, не спим, фармим. Это, как это, лозунг Мэтт, лозунг фармера. А я забыла, что такое есть и спать. Вот, ну все, ребят, на этом мы заканчиваем. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Чао. Ну вас нахер, я неприкасаемый. Сразу говорю. Я пошла на башню, хочу ждать стрелять.
кидаю, я мне сразу полный следующий патрон. Сезон отвечаю, просто гранатомет беру нахуй. Окей. И в круг вот прям, блядь. Только всем пока. Все, блядь. Минус все, и никому не обидно будет. Никто не останется обделён. Так расселся, нога на ногу, короче. Ручку откинул, как будто ночь сигарета дымится. Кто мины ставит, блядь? Эх ты, сука. Скажи, я беру форты, они, да? Да пиздец. Знаешь, сколько раз у меня пукло сгорало? Каждый, блядь, сезон. Никого не сгорало, когда меня первый убивает. Это кто скопытился? Сейчас, подожди, добры, я опять забыл, как жжать. Все, сдох. Это не я его убил. А кто там в амбразуре сидит, твою мать? Самый умный. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. She got bad intentions. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. Body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Это отдача на бензопиле. Это как Бонни Калаш пытается контролить. О, Ванька пришел. Хэдшот минус. Хэд кто мне поставил? Ванька ушел. Ванька? Ванька умер. Подиум, блядь, для модели. Сука.
Это было эпично. Куда поплывем? Куда-нибудь. Прощай, дом. Да. Все, совсем скрылся. Угу. Люблю тебя. И я тебя. Сезон окончен. Угу. Брынь-брынь.